Всем привет, вы на канале Коля Легомастер. Сегодня мы построим набор Лего 7676, в котором есть 6 мифигурок: Зейн, Ллойд, Генерал Векс, Арбалетчик, Мастер Мечей и Южный Воин. Оружие: Большая Катана, Сюрген, Титана, Свиток Запретного Кружицу, Золотые и Серебряные Катаны Ллойда, Арбалет, Ледяные Катаны, Мастер Мечей, Ледяная Катана, Южного Воина. Аксессуары: Лего Ниндзяго 7676, съемный флайер Ллойда с двумя пружинными шутерами, Торнадо Зейн, Ледяная Броня Векса и Воина. Размер механического Титана Ллойда в собственном виде 37 на 35 на 15 сантиметров. Первая мини-фигурка в этом наборе — это у нас Ллойд. Ллойд в такой зеленой одежке, как всегда. Когда-то, кстати, был золотой. Короче, вот у меня такой, такая золотая большая катана. Не знаю, что это за катана, но, наверное, обычная катана с такой веселькой, как, не знаю. Короче, очень классный меч. А потом у него также сзади есть еще одна серебряная, только катана. Вот у него тут на плечах, и это типа колчан, только не для стрел, а для меча. Вот сзади, как вы видите, тут есть принт. Ну, он закрывается этим колчаном таким. Вот. Ну, буду его называть колчаном, потому что не знаю, как это называется. Ну, раньше когда-то знал, не помню. Вот. Короче, принты спереди, на ногах есть еще. Сзади тоже я показал, два лица у него вот такие вот, одно веселое и другое злое. Накрываем маской, даем ему меч и оставляем его в сторону. Следующая фигурка у нас — это Зейн. Зейн у нас вон так, вот такой вот, к нему идет аксессуар, это его вот кружицу типа. Вот, кстати, это очень похоже на кружицу, прям реально как кружицу. Правда, это как крутилка не очень, но вот прям кружится, да. Короче, вот здесь у него типа такой синенький лед. Или это огонь, не знаю. Ну, да, это лед. Я не смотрел Ниндзяго 11 сезон. Вот, поэтому не знаю ничего. Нет, смотрел, но там только где вот про вот этих змей огненных там, помните? Ну, кто смотрел, тот знает. А вот про вот это вот ледяное царство уже, по-моему, конец сезона, не помню. Я не смотрела там. Вот. Такое вот лицо у него одно злое. Сзади вот ничего нет. Кстати, похоже на Витика, да, тут такой глазик. Рот и еще один глаз. Ну, на самом деле, это просто зад головы. Сзади у него есть принты, и спереди тоже принты есть, и на ногах. Вот. Можно поместить его в эту кружицу, и он будет вот так вот стоять. Следующая фигурка — это у нас арбалетчик. Это уже из ледяной армии, или, не знаю, армии, да. У него такой арбалет, как у Чубаки. Ну, у Чубаки разные арбалеты, либо вот такой, либо который стреляет по-настоящему. Но в основном тот, что стреляет, этот до 14 года был. Даже до 15-го. В 14 году был такой арбалет. Хотя, знаете, в 18 году тоже был арбалет в маленьких дешевых наборах у Сокола Тысячелетия малюсенького, который микрофайтер. Вот, короче, у него такой шлем. У него два лица, но вот такое, что у него глаз заморожен, и другое вот такое вот. Принты на туловище спереди и сзади, и на ногах. Отставляем в сторону. И следующая фигурка — это у нас, я так понимаю, мастер мечей. У него вот такая вот шляпа. Кстати, это новая шляпа. Раньше были другие шляпы. Тут говорю, у меня есть... Ну, у меня в основном только старые шляпы. Вот. Да, потому что раньше только Ниндзяго и Чиму собирал. Вот, короче, вот такое вот лицо у него, и сзади, ну, так как лицо прозрачное, и как бы у него шляпа, сзади видно, поэтому два лица не сделали. Вот у него, короче, сзади такая косичка. У него сзади тоже есть принт, и спереди тоже есть, и на ногах тоже есть принт. Два вот таких вот синих зеленелых меча, вот у мастера мечей. В принципе, оставляем его в сторону. И дальше посмотрим. Это у нас Южный Воин. Южный Воин, он облачен в такие латы. Очень, видимо, прочные. Мне очень понравились эти фигурки. Вот. У него вот такой посох, или не знаю, как гарда какая-то. Вот.
с таким флагом. Флаг. Это не флаг, это сейчас скажу. Это. Я не помню, как это называется. Ну, короче, это. Там разные были. Там было, короче, в наборе еще два дополнительных таких. Там был огненный и какой-то каменный, я так понял. Вот, огненный, я знаю, что за флаг, а вот. Ну, они, видимо, собирали все эти флаги, украденные у. Не знаю, у этого, как его там. Сенсей, вроде. Вот, такой у него шлем. Здесь такие рожки из льда. Первое лицо, второго лица нет. Кстати, не знаю, почему не сделали второе лицо. У меня вот такая вот. Принты сзади есть и спереди. Ну, они закрываются броней. На ногах есть спереди бренды. В принципе, отставляем его в сторону. И на него посмотрели. И следующая мини-фигурка у нас это как бы генерал Векс. Вроде, да, генерал Векс. У него одна такая вот катана заледенелая. Он, в общем, вот такое у него лицо. По-моему, как у арбалетчика, да? Сейчас, подождите. Да, у него лицо как у арбалетчика. Короче, да, лицо как у арбалетчика. Броня такая же, латы такие же, как у предыдущего этого Южного воина. Правда, они красного цвета. Вот тут лед везде, видите, меч у него. Стреляем в сторону, уже 6 минут фигурки смотрим. Ну и давайте, наверное, посмотрим уже сам набор. Вот у нас сам набор. Набор вот такой вот большой. Это у нас механический робот Ллойда. 7676. В нем, по-моему, сколько там? 876 деталей вроде, не помню. Вот такой вот робот. В принципе, много что про него можно сказать. Но так как обзор, ну, я не знаю, должен был примерно 10 минут. Поэтому мало что я про него скажу. Ну и вообще, в принципе, ладно, я могу и хоть 30 минут обзор снимать, но времени нет, потому что я это, ну, домашку делать-то надо, вот. Короче, начнем с ног. Ноги у него идеальные, просто шикарнейший мех. Мне кажется, это лучший мех, который был в Ниндзяго когда-либо. Вот, короче, фигурки мешаются, я отвину их. Короче, вот это у него такие ступни, крепятся на булджойне. Вот. Даже не на булджойне, вот это вот какая-то штучка, я не знаю, как это все называется, но, в общем, вот вы поняли. Видите конструкцию, да? Все в пыли, в волосах, я просто на ковре обычно собираю, там у меня собака и... Ну, в общем, вы поняли. Короче, вот. Ноги вот такие. Здесь, типа, не знаю, что это, турбины какие-то, наверное. Типа, он так летает. Вот. Очень проработанные ноги. Крепится каждая нога на двух вот этих трещотках. Ну, не на трещотках, а не знаю, как это называется. Короче, вот. Вот такой вот мех Ллойда. У него... Ой, блин, как оно... Вот, у него, короче... В правой руке меч. Можно руку раскрыть и меч достать. Вот. Такой вот меч. Такой вот меч. Очень красивый меч. Ничего необычного. Вот, в общем, вот так вот закрепляем меч. И убираем в сторону. То есть крутится на 360 градусов рука, в принципе, ну. Вот. Вторая рука, короче, вот такая вот обычная. Такая же, как предыдущая, только здесь пила. Вот. Также рука крутится на 360 градусов. Еще бы хотел сказать, вот. Тут наплечники вот такие вот. Это тут все наклейки, принтов почти тут нет. Сейчас скажу, где принты. Принты это вот эти вот вентиляторы, принты это... В принципе, все. Ну, для этого набора очень хорошо. Без разницы, что принты. Вот.
Короче, сейчас, подождите. Вот так вот поставлю. Вот. Короче, вот, смотрите. Руки вот так вот двигаются. Вот эти вот наплечники можно поднять и руки сделать вот так вот. Вот так вот можно сделать, смотрите. Вот. То есть много тут разных поз можно сделать, разные позы. Ну, вот я всегда вот так вот. То есть можно как-нибудь вот так вот, вот так, вот так, вот так. Ну, вы поняли, да? Потом, что еще? Мне очень понравилась кабина. Кабина вот эта вот очень красивая. То есть она открывается тут. Прям видно, что какие-то были... Ну, в общем, реально как из Японии. В общем, очень красивая кабина у него вот тут, смотрите. Вот. Туда можно посадить, ну, это я не буду сажать, там придется снимать эту заднюю штуку. Ну, в общем, вы поняли. Смотрите, у него сзади есть такие крылья, на самом деле это не крылья, он на них не летает. Кстати, зад у него не проработанный, но в принципе, не знаю, у него, ну, в общем, нормально, короче, все задом прорабатывать, в принципе, там есть что, но не критично для такого хорошего робота. Можно, смотрите, снять, ой, блин, снять, кстати, вот без крыльев, честно, мне он больше нравится. Вот не знаю, как вам, но мне больше. Вот, смотрите, такой вот робот. И вот эти вот крылья можно снять. На самом деле, это не крылья, это робот. Вот, вот так вот разворачиваем эти крылья. И потом садим Ллойда, и он может летать на нем. Вот тут пушки есть, шутеры вот эти. Вот на самом деле, типа, вот это пушки. Но на самом деле вот это пушки. Ну, короче, вы поняли, да? Типа, кажется, что вот это стреляет. Вот, короче, классный набор. Крылья такие вот. Очень проработанные. Кстати, мне вот понравилась вот эта сборка, вот этот крыльев. Реально очень хорошая. Сборка у самого робота была очень интересная. Мне на 23 февраля подарили, я... Ну, я не весь день собирал, я где-то собирал часа... Фух, сейчас скажу, сколько, подождите. Я недолго собирал. Я собирал часа 4, там, 3. Ну, я просто недолго, ну, как бы, поняли, да, я не торопился никуда, что я там и в магазин мы там ездили во время моей сборки. Ну, в смысле, да, я собирала, мы там ездили в магазин, в Литуаль там, и куда еще там не ездил-то. Короче, много куда я там... Блин, весь в пыли робот, и у меня просто он месяц, или сколько, ну, не месяц, конечно, но долгое время стоял на этой... У меня на тумбочке прикроватной. Вот, и обратно, смотрите, его фиксируем. Этого робота, как он вот здесь, да? Ой, блин, он постоянно нажимает не туда, куда нужно. И выстреливают эти пушки. Так вот. Блин, почему? Вот. Такой вот робот. Вот, смотрите. Такой вот робот. Ну и давайте посмотрим инструкцию и подведем потом это. Вот такая вот инструкция. 7676 Ниндзяго, Лего и QR код, Instructions Plus, это Лего Life, там инструкции можно находить и собирать. Короче, тут у нас British Parameter, вот этот, наклейки, которые здесь были, вот. Здесь их наклейки у меня, ну, не так уж и много. 1, 2, 3, 4, как распаковывать набор, и как работает Brick Separator. Разделитель деталей. Тут, короче, Lego Life рекламка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что собирается в каждом пакете? Вот.
Ну, мы начинаем сборку, мы, как обычно, с шестого пакета, ой, шестой страницы, иногда с четвертой, иногда с четвертой, иногда с шестой. И заканчиваем сборку мы на... так, на какой сейчас скажу, мы заканчиваем на... На 156-й странице заканчиваем сборку. Даже на 157-й. Вот, на 158-й у нас показан сам набор. Потом рекламка Lego Life, это да, Lego Life. И смотрите, реклама, ну не реклама, типа такой постер Ниндзяго этой серии. Вот, вот этот, как он там, Баунти, кто не помнит. Короче, вот этот набор шикарный, но правда я его не взял, потому что, не знаю, я что-то, какие наборы брал вообще, когда... этого в наличии нет. Кстати, а почему я не взял этот на 23? Я не помню, почему я не взял этот на 23. Он же 107 тысяч, да? Не помню. Но вот этот стоил 5 тысяч, по-моему. Ну, 4 900, по-моему. Сейчас. Сейчас у меня конференция, подождите, будет. Блин, по истории. Ну, дистанционно, короче. Короче, вот это вот все детали. Три страницы, три листика. Такие вот детали. Можете посмотреть, когда. Куда детали. И заказать их, и собрать этот набор, если... Ну, хотя это будет, наверное, дороже. Да, это будет дороже. Просто очень заморочка какая-то. Но если у вас не хватило деталей, то есть, ну... Заказывайте. И давайте подведем итоги. Ну и давайте подводить итоги. В итогах, что бы я хотела сказать, конечно же, его оценить. Оценю его по 10-бальной шкале. Я ему ставлю, безусловно, 10 из 10. Ну, это не обсуждается, потому что набор великолепен. Как говорил Широм, не помню, что он говорил, но он как-то умно сказал. Может, не умно, не знаю. Ну, короче, что он сказал. В общем... Конечно, я его описала не так, как нужно было. Сюда бы лучше описал. Надеюсь, когда-нибудь он выпустит этот обзор. В общем, это лучший мех. У меня есть еще один мех Ллойда, золотой. Старый, который 2012-2013 года. Я не знаю, как он у меня уцелел. Но вот он уцелел, а замок нет. Мне жалко очень сильно... замок, потому что замок мне очень нравился. Мне на день рождения папа подарил в 12 или 13 году. Я помню, когда я из садика уходил. Ну, из садика, там еще гроза и дождь был. Это было 25 июля летом. Я еще в тачке там играл. Ну, в машинке Магвина, там, ну, Динака, ну, Кинг, блин, да? Чика Хикс там. Я люблю тачки очень сильно. Великолепный мультик до сих пор смотрю. Не каждый день. Короче, великолепный мультик, недавно пересматривался в этой части, кроме второй. Вторая ужас, никогда ее не любил. Про каких-то агентов. Вот третья часть шикарная. И, конечно же, первая самая лучшая. Первая моя любимая, первая великолепная. Вот. Байки Мэтр тоже шикарная. Ну, мы что-то уже не туда зашли. Короче, 10 из 10, фигурки шикарные, то есть все великолепно, инструкция легко все собирается. Ну, короче, я хотела бы вам сказать, что я не выпускала давно видео, то есть уже почти 5 дней или 4 дня, потому что я знаю, что я вам обещала, что буду много видосов выпускать, но не получается, вот и так выпускаю сколько могу, потому что нахожу чуть-чуть времени. Я потому что, ну, отлично, ну, вы знаете, да? Я вам показывала мои медали за... Да, у нас в прошлой школе давали медали за, ну, вот, третий, четвертый класс, во втором почему-то не давали. У нас, по-моему, потому что директор поменялся, потом начали медали давать. Во втором классе не давали никакие медали. Я всегда была отличником в первом, во втором, в третьем, в четвертом классе. Вот. И во втором не давали, потому что... А, да, во втором не давали, наверное, потому что, типа, ну, поняли, да? Потому что неполный там было это. Начали с января оценки стать, я помню, да. Вот, ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем... Что-то, да, быстро начала тут говорить. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Обязательно ставьте лайки. Давайте вот напишем все дружненько в комментарии 25, кто-то смотрел до этого видео, до этого момента видео. Напишем дружненько 25. Следующий обзор будет на, короче, спидер Гривуса. Выпущу в ближайшее время. Я точно не обещаю, выпущу, если будет время. Я просто очень, ну, вы понимаете, короче. У меня, кстати, зачет по немецкому очень, короче, сложная тут ситуация, короче, понимаете. Вот, короче, спидер Гривуса, на него был вообще обзор. Ну, это, конечно, не от него, собственно, это от Сокола. Ну, от Сокола, знаете, от какого? Хотя, вы понимаете, у меня три Сокола. У меня три Сокола, самых последних три Сокола. 15-го, 18-го и 19-го. Или 20-го, ну, 19-го, да. Вот, короче... Лайки, подписка. Всем пока.